Катруся, вот давно, давно ты меня спрашивала про видео из трака. Фотографии-то видели. Вот сейчас Олег ставит новую фичу, такую платформу, вот эту, блестящую. Потому что он там прыгает, что-то настраивает. И всегда еле держится на ногах, особенно если скользко зимой. В общем, ему сторожил какой-то дед, увидел, как Олег прыгает. Спасибо этому деду вообще. Говорит, чувак, береги здоровье с молоду, да, Олежа? Да. Говорит, сделай себе платформу, не скупись. В общем, вот таких вот ступенечек не было у Рыжика. Вот такая юбочка у трака. Так что в кабину мне можно зайти? В кабину зайти можно? Нет, а, мусор нанесу. А хотя бы открыть дверь можно? Ну, вот с этой стороны. С этой? Нет. Сейчас будет ворчать, что я его отвлекаю. Сейчас покажу, как Олег прикольно паркуется. В такой прямо в природной зоне. Вот фордичек. И вот после него другие траки тоже тут приноровились парковаться. Сейчас идем, идем, идем. Что смогу, то сниму. Вот это Олег любит коричневый цвет. Не знаю, знаешь, как это. Вставай сюда, только туда. Хорошо, хорошо. Не ходи, я там я поняла, я даже боялась сюда даже встать. Вот такое кресло высокое. Кожаное. И тут куча настроек на этом кресле. И сдувается, и выдувается. И спина регулируется. А пассажирское тоже со всеми фичами, да, да, кресло? И пассажирское тоже крутое. Ух ты, как он планшеточку поставил. Круто. 10-дюймовую. Вот он, Freightliner. Тут он себе музычку регулирует. Ну, как сказать, что это обычное, не сказать. А, вот еще разница. Много-много полочек. Ого, какая крыша высоченная. Так, и там полочки, полочки. Все закрытое, чтоб на голову не падало. Там полочка. Микроволновку сами уже докупали. Ну, для нее полочка специальная. Тут место для холодильника. Ну, Олег так справляется ланчбаками со льдом. И вон вторая кровать опускается, и вот эта лестница вытягивается до пола. Там Андрей спит. Где-то 1500 мы для Андрюхи потратили, чтобы он с папой общался. Каскадия. Ну, вот что, что смогла, то сняла. И тут полочка, и над головой. А что за углом здесь? А, так у тебя холодильник все-таки есть, да? Тут холодильник у тебя? А, это что-то похоже. Что это такое? А, просто шкаф для одежды, одежду вешать. Тут у Олега пылесос даже есть. Коверчик постелил. Ну, с комфортом теперь ездит. Ого, какой проход между сиденьями. Он даже тумбочку сюда впихнул. У этого Питербилда вот, вот этот и был проход. А тут в два раза больше. Шикарно, шикарно. И вот как все удобно для водителя. Не было такого. Для питья, для воды, спиртиком тут. Ножичком яблочки обрезает. И панель с кучей датчиков. Панели такой не было у Питербилда. А, круто, круто. И пахнет так хорошо новым до сих пор. Все такое новое.
И цвет такой классный. Обожаю, обожаю. Ну, Катя, что смогла, то сняла. А, вот эта воздушная подушка теперь едет. И попа камешки не чувствует. Юбочек вот этих стильных у Питербилда не было. Уже нужно помогать, да? Нет. Еще вот эти ему диски на колеса, чтобы ветер мимо пролетал. И быстрее трак, чтоб ехал. Ну и вот эти юбочки тоже с этой целью. Для экономии топлива. Чтобы не было завихрений всяких. Ух ты, антенны. Мне нравится, я бы ездила на таком. Олегу тоже нравится. Не жалуется, вот уже полгода или сколько у нас трак? Полгода. Больше? Только восхищаются. Ну, аж в октябре год. Только счастье приносит ему этот трачечек. Никаких стрессов. Да. А вот это что у тебя тут за коробка? Freedom. Это интернет, да? Нет, это инвертор, который из 12 вольт преобразовывает в 110. А, то есть можно покупать стандартный холодильник, не париться. Холодильник, макровейн. Да, и... О, я-то сделал, смотри. Сделал, открутил. Короче, смотри сюда. Если вдруг придется, это Паше показываю. Я не знаю, как называется по-английски эта штука. Плоскогубцы? Но они специально, видишь, ты зажимаешь вот тут вот болтом, зажимаешь расстояние, смотри. Видишь, сжимаются губки. Угу. Вот. Ты берешь себе болт, видишь, смотри. Здесь резьба, то есть внутренность разбита, все, развальцовано. Я не мог открутить его. Что я беру, я настраиваю, и когда настраиваешь, зажимаешь его, все. И держит? Да, держит. И все, ты идешь и откручиваешь его. Смотри. Опа. А с этой стороны как ты держишь? Никак. А там ничем, да? Все, я сделал. Сейчас оттуда хороший болт возьму. Perfect. Учитесь. Вот, Олег тоже в кадр попал. Да, он же неотъемлемая часть трака, конечно. Это говно надо выбросить вниз. Ладно. Все.